Ой, ну беленькими нам вроде было проще. Беленькими у нас было много выигранных позиций. Ага, решил сменить дебютное оружие мой соперник. И, видимо, будет У нас теперь отдавать мне Бенони, слона, что ли, своего. но немножко другой. Сейчас проверим. Ух ты! Что это Нет, за не H4? будет отдавать Пошла слона. Мария вперед! Не дождетесь, Бодрецом! да? Может, нам ему что-нибудь выиграть? Видимо, ей Качество. Ну как надоело это? Это... обороняться. И хочет она меня прибить уже. Давайте бить соперника его же оружием. Хочет она меня прибить. Жертвует качество. Посмотрим, как Александр защищается. Опасно. Он все время атакует и атакует. Посмотрим, каково ему в защите. Я чувствую, что еще не факт, кто кого будет атаковать здесь, да? Потому что до линии G не доберешься. А у меня нет качества. Зато у меня есть два слона. Немножко странный ход. Е5, немножко и такой. Как будто нависает шах над душой. А что, староиндийская немножко защита без качества, туповато. да? И слон F6. Бред несу. Староиндийская Но защита. как-то... Без галстука. Идея какая? Шах где-нибудь, а потом слона обратно и чернопольника выбить. И потом побороться вот за эти поля. А по линии же самому играть. Она может ударить на F6. Так-с. Тогда шажок. Король на Е2. Что в 4 уже как-то рвануть? Ну, мы слон G5 отдадим. Шах. Ударил. Далеко что-то мы не рванули, да? И в размен. Так, нам будут сейчас... Сушим. Сушим очень неприятно. Сейчас Сушим еще весла. Какой-то исход. Недалеко мы рванули, конечно, тут. Можно было и поменять все, но... Конь Е5 теперь на повестке. Хочу на атаку сыграть. На перехват. Молодежи в эндшпиль. И у нас здесь хорошо. Качество. Не знаю, зачем мне эта пешка, но... Что-то же надо Качество делать. лишнее. Вот Король у шаха белых защитите. похуже. Такс. F5. Ой! Блин. И теперь надо зевнул. Как-то хорошо сыграть эндшпиль. Предложу ничью. Ничья получилась.
Упустил! Так, Что-то я зевнул чувствую, уже, тест был на выиграно было. 2,5. Не знаю, почему соперник Расслабился. предложил мне ничью. Пять с Наверное. половиной, два с половиной. В принципе, отскока Если коня я сейчас какого-то не выиграем, вижу. то выигрываем матч. Оценка позиции в конце равенства. Ну, видимо, решил не Что-то он срубать так мне флаг, не не пытаться. посылается почему-то. И приближается он Нет, к белыми. победе в матче. То есть матч должен... Ему нужно выиграть 6,5, тогда матч закончится. Видимо, он считает, что хорошие шансы у него сейчас сыграть белый.